Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас в гостях Маша. Она очень хочет с вами поиграть в игру, которая называется «Когда это бывает?» на тему «Времена года». Ребята, посмотрите внимательно на картинку вверху и назовите предметы одежды и обуви, какие мы носим летом и какие зимой. Все верно. Легкую одежду и обувь мы носим летом, чтобы не перегреться. А зимой мы носим теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Ребята, в какое время года катаются на санках? Все правильно. На санках катаются только зимой, потому что они хорошо скользят по снегу. В какое время года мы больше всего играем с песком? Конечно же, это лето. В какое время года цветут тюльпаны? Совершенно верно. Тюльпаны – это весенние цветы. Ребята, а в какое время года чаще всего ходят под зонтом? Конечно, под зонтом чаще ходят осенью, потому что в это время года очень много дождей, и без зонта можно промокнуть. А в какое время года катаются на коньках? Молодцы! На коньках катаются зимой, так как нужен ледовый каток. Ребята, а когда желтеют листья на деревьях? Все верно. Осенью листья на деревьях желтеют и опадают. В какое время года растут яблоки? Молодцы! Растут яблоки летом. А когда бывает снегопад? Конечно, снегопад бывает зимой. Ребята, а когда собирают грибы? Замечательно! Грибы собирают осенью и находят их в листьях под деревьями. А когда созревает клубника? Конечно же, клубника созревает летом. В этой ягоде содержится много витаминов. В какое время года можно увидеть сосульки? Правильно, сосульки можно увидеть зимой. Чаще они свисают с крыш и балконов. Ребята, в какое время года можно наблюдать дожди с грозами? Чаще всего дожди с грозами бывают в теплое время года, летом. А в какое время года можно увидеть радугу? Правильно, радуга бывает летом. Ее можно увидеть тогда, когда одновременно идет дождь и светит солнце. Когда птицы улетают на юг? Совершенно верно. Осенью большинство птиц улетают в теплые края, потому что здесь они могут замерзнуть. В какое время года на деревьях появляются почки? Конечно, почки на деревьях появляются весной, а потом из них появляются листочки. А в какое время года мы плаваем на круге? Конечно, на круге дети плавают летом. Он помогает не утонуть им в речке, море или даже в бассейне. Скажите, а когда катаются на лыжах?
Конечно, на лыжах катаются зимой, потому что для этого нужно много снега. Ребята, а когда пчелы делают мед? Пчелы делают мед летом, летая с цветка на цветок и собирая пыльцу. В какое время года цветут подснежники? Конечно, подснежники цветут ранней весной. Это самые первые цветы. Появляются они тогда, когда еще лежит снег. Ребята, а когда можно лепить снеговика? Правильно, снеговика можно лепить только зимой. А когда мы носим резиновые сапоги? Конечно, резиновые сапоги носят осенью, ведь осенью чаще идут дожди и много луж. Ну вот и все, ребята, пора прощаться. До свидания, до скорых встреч!